Всем привет! Вы на канале Easy Style Balloons Party. И Артур, мне кажется, спрашивал, что... Не обращайте внимания, я работаю на солнце, просто жутко жарко. И Артур меня спрашивал, что такое окисление шаров. Я сейчас вам покажу внимательно. Смотрите, вот на этот шар. И как бы вот, вот так вот, да, смотрите на эти шары. И мы сейчас с вами перейдем вот к этим шарам. Видите разницу? Мы берем спрей. Мы с вами сейчас возьмем спрей. И вот на эти шары брызгаем спрей. Фу, вонючий жуть. Видим разницу? Вот у нас шары, да? Хорошо видно, вот шары без спрея. Они уже на солнце немножко превратились, не пойму что. И вот черные шары со спреем. Если подсохнут, мы увидим, как это выглядит. Фу-фу-фу-фу-фу. Воняет жутко. Ну что делать? Вот у нас шары со спреем. Блестят, выглядят замечательно. Так они останутся. Вот у нас тут лопнул шарик. Артур спрашивал, что за спрей. Ребята, вообще нарисован какой-то цветочек. Белинза. А что-нибудь есть по-русски? Написано, цветочек поливать 40-30 сантиметров. Наверное, будет цветочек сейчас. Вот, какая-то такая байда. И на самом деле обещаю проверить по-русски, что это такое за спрей. И как он, что, ну как бы делает чудеса, реально творит чудеса. То есть если мы делаем вот, вот видите, золотой остался золотым, черный остался черным. Вот тут у нас немножко не хватило, походу. Сейчас мы его тоже заспреем. И тут вот тоже. Вот. Вот такая красивая тема получилась. Фу-фу-фу, вонючий жуть. Честно, ребят, вонючий жуть. Вот такая вот красивая рамочка у нас получилась. Мы еще к ней добавим. Надеюсь, было видно, потому что, как может быть, на солнце не очень видно. Ну, вот опять же, да, вот у нас тут вот не блестит. Мы его попрыскали, и он у нас блестит. Вот, ну сейчас увидим еще. Сейчас подсохнет и вообще будет все круто. Чуть-чуть. Лучше этим не дышать, конечно. Вот. Давайте выдумывайте, пробуйте. Вот такая вот классная штука. Кто-то вот догадался, ну, и все пользуются, и как бы я тоже. Не знаю, кто догадался, не знаю, где я это взяла. Кто-то мне подсказал из хороших как бы аэродизайнеров в Израиле. Фу, жутко жарко работать на улице, но что же делать? У детей выпускной вечер. Им тоже должно быть красиво. И вот в этой школе мы тоже делаем красиво. А я буду в следующем видео делать с вами стенды для плюс-минус для той же самой композиции. Так что обязательно нажимаем на колокольчик. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Жарко, жутко. Начинаю тормозить. Ну что ж, до встречи в следующем видео. Бай-бай!